На конце это Марат. Снова отель, снова прекрасный, любимый вид из окна. Опять эти дворики внизу на крышах с домиком духов. Немножко левее вон, вот он дворик. Напротив. Дети еще учатся. О, появилась Калапао. Очень вкусная. Вот сейчас мы взяли, сейчас едим. Чего? Мы 2 года не виделись. Обрадовались. Калапао. Мы с Пауэр в этом кафе. Да, тоже хорошо, когда потом. Вот кофе у них. Ой, я знаю, что это штука, да? Коль, вот эти в алюминиевых пакетах. Сейчас все уже ушли на улицу. Сидят на улице и едят. Леточки, птенец, Иволги. Вот где хорошо-то народ сидит. Против Чедияк. У школьников перемена. Они сюда пришли есть всякие сладости. Кальмары, креветки. Ай, кальмары, креветки. О, ну вон и который раз. Около. Опять рядом с Просинком, где хранятся, как утверждают, вот этот вот четырехликий Будда, самый древний, он там хранится, перевезенный из Цейлона. Войти в эту дверь Вихана, вот он стоит. Просим. Одна из самых больших цветов. Вот он. Просинка. Одна из самых больших цветов. Привезена с Цейлона. Ладно, не будем. Пустая полянка.
по которой ходят и играют. И вот в самом конце, так, вот он, памятник Рами Пятому. А вон там справа играют такро. Ну, сейчас не играют, там площадка, где такро. Собами чай, где один из самых фирменных массажей. Вот мы туда идем, где массаж. Сейчас. А рядом сам ват. Собами чай. Вот входим, там, где делают массаж. За дорогой. Сразу же дорогой на Конфета Марата. Вот капуста тут всякая. Салат. И вот это вот то, что у меня растет. Водяной, как шпинат он. Внутри это овощи. И мясной ряд. Мясного ряда отсюда не видно. Вон он, мясной ряд. Мясо лежит, свининка. Фрукты. Зеленый манго по 40, по 50 бат. Желтый манго 30 бат. Яблоки. О, по полтиннику уже. Драконовый плод. Мандарины. Здесь саподила 30 бат. Виноград. Виноград. В Таиланде стали выращивать. Древние еще выращивают. Карри-пасты. Вот 80 бат, сколько, не знаю. На 80 бат. Рыба. Он берет рыбу и чистит. По голове бьет, потом чистит. Соленая рыба. А рыба. Креветки разные. Почем не написано? Надо торговаться. Дорога, которая идет по южной оконечности на Конфета Марата. Вот сейчас она будет, как и в другую сторону идет. В другую сторону перекресток. Перекресток. А если поехать вправо вон туда, это и будет по Конфета Марата уже там на Конфета. Салами чай. Где делают массаж. Вообще, на Конфета Марате, наверное, больше всего ватов на квадратный метр или километр площади. Замечательный город. В нем так хорошо, прям Будда и веет. Как и рядом со многими ватами, школа. Детишки учатся, даже дерутся. Воспитание должно идти в духе буддизма. Буддизм – великолепная религия и философия. Философия жизни, философия отсутствия начального греха, в отличие от христианства. Это святой монах. Фамилию не знаю. Бат Соломей Чая. Значит, он ушел в нирвану. Я
Ну и, как всегда, ряд изображений Будды. Хотя Будда говорил, не надо мне поклоняться как идолу, а надо учиться у меня и моих учеников. Кажется, какой-то король, надо посмотреть. Это вход сам массаж, вот охраняю два подерезовых. Видите? И кушаем сом там. И вот тут в пакете еще большой жареный сомин за 50 рублей. Домик, а сом. Нормально сом. Пролилось. Ой, а это кокосовое. И кукольный театр. Вот мы сейчас сюда приехали. Идем. Даже называется Shadow Puppet Museum. Это крикет на этом поле, на Конси-Тамарате. Коры стоят. Тренируются, по-моему. Им объясняет тренер. Крикет. Это что-то типа наших бабок. Вот он. Сейчас бросает, опа, шар, и выпить надо. Марата нас привезли в Краги. И вот теперь на этом мини-басе поедем до самой Ланты. Останавливается он, вот автостанция напротив вот этого вот Лата.